Богородице, дева, радуйся, прочитаю я поутру, чтобы матушка Богородица изгнала из меня хандру, научила быть доброй матерью, научила просто любить, верить в светлое, доброе, вечное, научила меня молить. За грехи свои сумасшедшие, за грехи знакомых людей, за грехи всего человечества, чтобы души очистить скорей. Помоги нам, Матерь, избавиться от зловещей болезни чумы. Ты покровом своим, красавица, защити нас от этой беды. Люди ищут лекарства чудесные, но забыли главный момент. Если Богу усердно молишься, то защита крепка, как цемент. В этом суть природы, энергии, в этом мудрость многих веков. Ставит Бог на тебя защиту, если вера твоя до краев. Если ты молись неустанно за себя, за других готов, выставляется Божья защита. Нет сильнее ее от врагов и от бед, от напастей всяческих и от злобных, от темных сил. Каждый сам за себя в ответе. Как живешь? Сколько сил накопил? Наша сила – это энергии. Берегите, копите их и на мелочи не расходуйте. Не теряйте энергии своих. Ими бережно вы окутаны, и внутри ими вы полны. Лишь от этого вы здоровые, лишь тогда в настроении вы. Только стоит вам вдруг расстроиться, рассердиться, обидеться вдруг, вы защиту свою срываете. И энергии теряете путь. Вот такая простая физика. Сохранение энергии – закон. Будьте добрыми и спокойными. Это есть ваш надежный заслон.